Так покажу, чтобы для всех было можно было делать. Да. Упражнение в партере, оно подготовительное к более сложному упражнению для уже непосредственно техники дзюдо. Партнер становится на четвереньки собачки. Вот такое положение, да? Не, вот так, да. Вот чуть-чуть так. Пошире. Что вы делаете? Берете захват за пояс, за воротник кимоно. Держите. Потом ложитесь вот так на партнера. Раз. Держите, не отпускаете. Под него ныряете. И проползаете на спине под партнера. Оп, 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 оп. Проползли. Так. Обязательно держать захват, потому что техника в партере подразумевает что? Захваты. Поэтому мы отрабатываем захват за пояс, захват за воротник кимоно. Дальше у нас туловище кладет свой партнер. И мы еще раз, смотрите, видите, ныряем. Ножки аккуратно опускаем. Не падаем плашмя, а видите, так держим тело. Аккуратно проползаем под партнер. Вот такое простое упражнение. Вот. Попробуйте. Давай. Молодец, Ваня. Давай, давай, поднимайся чуть-чуть, стой. Хорошо, давай, давай. Вот. Вот так. Давай. И отпусти захват. Молодец, Азиз. Молодец. Еще раз. Сейчас Азиз сделает. Давай, садись на колени. Садись, давай, давай. Возьму здесь. Чуть-чуть. Захват здесь. Немножко сложнее. Смотрите, что делаем. Мы берем воротник кимоно, как мы делали, и перешагиваем, берем пояс кимоно. И теперь мы делаем то же самое, только видите, вот из такого положения. Я прямо вот так смотрю. Я не так сажусь, как на лошадку, а вот так. Теперь смотрите, я крепко держусь. Начинаю опускаться и ножки сюда переворачиваю. Еще раз, смотрите. Первое, что мы делаем, захват первый какой? За воротник. Точно! Все знаете, ничего себе. Ну ладно, повторение мамы учения, да? Вот воротник берем. Ногу через спину. Потом мы ногу, да, вот с эту. И руку с пояс. Точно! Откуда он все знает? А? Ничего себе. Теперь мы что делаем? Видите, как я сижу? Да, я вот так вот, аккуратно. Только подбородок грузится. Мы крепко держимся, чтобы головой не воткнуться в татами. Тут немножко сели. Перевернули захват и отпускаем. Вот в эту позицию надо выйти. Потом. Не-не, сначала поворачивайся. Вот так было. Возьми сначала раз. Потом эта нога. Потом сильный захват. И потом отпускаешься. Опа! Ой, молодец! Молодец! Ну, хорошо. Возьми первый захват. Сначала первый захват, второй. Третий.